Так, тут у нас квест по кровососу, то вроде как. Я видел, как кровосос зашел в здание. Думаю, там оно логово и есть. Слушай, проверим, а? Следи внимательно. Они могут появиться откуда угодно. Звук слышал? Ладно, ерунда. Что-то есть. Прикрой меня, ага. Видел, так что ушки на макушке, понял? Осторожно, еще один! Гляди, вот тут, наверное, можно будет попасть в подвал. Так, теперь разве что прыгать. Давай за мной! Коленки не расшиб, нет? Ладно, пошли. Проверим помещение. Thank you.
Смотри-ка, странно, а? Следы когтей. На прошлых жмуриках такого не было. Так, Данилы тут нет. Пошли отсюда. Моя специальность. Да и с практикой насчет взлома у меня сложилось, ага. Талант, как говорится, не пропьешь. Ну, пошли, глянем. Тс, черт, тут полно кровососов. Спят, что ли? Давай-ка на цирлах, чтобы без шуму и пыли. Надо же, прошли. Ну нифига себе, тихий час. Вроде выход. Прыгай! Так, Данилу по результатам не нашли. Есть у меня одна идейка насчет того, где он теперь. Я, пожалуй, проверю, там свяжемся. А ты сейчас расскажи народу об этих, блин, сосателях. С ними нужно что-то делать. Thank you.
Как говорится... Найдешь артефакты? Заглядывай, посмотрим. Ну что, есть что-то новое? Иди, иди, нечего тебе тут делать. Здравствуй, сталкер. Пушку.
Здравствуй. Thank you.
Ну, сда... Будет чего интересного, заходи. Наш Скадовск всегда на месте. Никуда не уплывет. Сбивались тут в стае. Точно звери по цвету шкуры. Одни как разбойничали, так и разбойничают. Другие то ли нас от зоны, то ли зону от нас охраняют. Солдаты, блин, тоже. Человека им шлепнет, что высморкаться. Колбасу и батоны нынче хреновые делать стали. Как грустно все выходит. Сказал бы, что месяц назад ни за что не поверил. Это не ко мне. Со старшим говори. Здравствуй, сталкер. Эх, квасу б сейчас холодного. Да чтоб в нос шибал. Слушаю тебя. Неплохо, неплохо. Ну, привет. За одну ходку две ночные звезды. И кто же... Живы будем. Пересечемся. Еще немного подождем. Артефактор, исполнитель желаний. Дурак, вот дурак. Ну,
знаешь. Нечего добро пропадать, я так мыслю. Артефакты, как же. Одни тропы не ходят. Оружие опустил уже. Кормленные. Пить как охота. Я знал, что меня раскроют. У тебя, видимо, много вопросов ко мне. Спрашивай. Значит, замечаю сталкера. Потом вокруг него большой круг делаю.
через 5 минут маленький. И только еще через 5 минут нападаю. Первый такой, я не понял. Ну а в чем вообще прикол, кореш? Нафига эти круги? Типа ж по-любому можно сразу миска захавать. А второй такой, типа не, брателла, ты тему не сечешь. Наехать сразу можно, не вопрос. Только тогда придется его с говном хавать. Ну, здравствуй, попутного ветра. Ну, здоров. Что в натуре за порядки ментовские завелись? Ну, бабла мало. Хабар, эти артефакты... Фу, блин, не выговоришь. Хабаре то ли нет. Ствол, если себе в деле добудешь, так тоже отберу. Найдешь артефакты? Заглядывай, посмотрим. Нет. Канать отсюда. Канать. Ща чанит с бацаю. А у нас в малолетке даже гитары не было. Месяц назад Колян занял у меня 3 косаря. Да чё ты топ? Неделю назад он занял всего... Давай, давай, не задерживайся. Тоже, сука, рёбаная, не отдал! Короче, мля, вопрос! Кто, сука, лежит в чёрном ящике? Да ты даёшь! Да. Настроение. Ну чё, пацаны, типа анекдот. Стоят типа таких 2 конкретных лоха сталкера на свалке. Один у другого типа спрашивает. Слышишь, а я что-то не понял. Решил что-нибудь заказать? Мы дали? Дали. А чё эти пацаны куда-то слиняли и не танцуют? Блядь, ну ты дятел, я тебе уже 100 раз говорил. Хапак и гоп-стоп, это по-любому не одна и та же шняга. Слушаю тебя. Пацаны так перетерли между собой, говорят, да не вопрос, мужик, иди вон из аномалии барахло жмуриковское доставать. Тот так подумал, говорит, я понял, пацаны, и где эта параша у вас стоит? Ну и какого мы сюда приперлись? Бугру типа виднее. Ну, бля, лучше б пацанов спросил. Не, ну реально, на свалке лохов трясти по любасу наваристей. А вот такое вам как? Ничего, ничего. Он пройдет еще чутка времени, и все поймет, а там уже кто-то так свою бригаду сколочу. Сам командовал.
Подойти надо незаметно. Нельзя, чтобы она нас хоть как учуяла. Так, мы на месте. Где-то она совсем близко, блин, прям чувствую. Кто ее увидит, сразу бейте в голову. Близко подходить нельзя. Нюх у химеры что надо. Он и во сне на полную работает. Свою получишь. Не балуй, оружие спрячь. Из дома выбегает маленький кровососик и к папе. Здравствуй, сталкер. Папа, как говорит... Покажи сталкера. Пап, ну покажи сталкера. Тот зашел в сторожку, выходит, на каждой руке... Будет чего интересного, заходи. Наш Скадовск всегда на месте. Никуда не уплывет. Ну что, есть что-то новое? Иди, иди, нечего тебе тут делать. И поехали!
все. И понты еще эти фраерские. Мы типа сталкеры. Мы крутые. Короче, типа вот чего. Типа идет шоу «Где, когда», ведущий такой. А ща вопрос будет задавать реальный пацан Вован. Вован появляется на экране, ряха такая. Уважаемые знатоки, значит, 2 месяца назад мой дружбан Колян занял у меня 5 косарей и не отдался. Месяц назад Колян занял у меня 3 косаря и не отдался. Неделю назад он занял всего 1,5, но тоже, сука, ребаная, не отдал. Короче, мля, вопрос. Кто, сука, лежит в черном ящике? Сейчас ты водяры, да подсадку. Нету жизни, блин. Нигде нету. Салабоны гоняю. Волына это, конечно, хорошо. Только бугор как дал, так и отобрать можно. Нифига ты играть не умеешь. Все у меня бебихи с голодухи в узлы завяжутся. С артефактами тут, конечно, пожирнее будет. Только вот Сидоровичу нести далековато. А у местных цены... Ёлки, да если подумать, тут выгоднее картошку на продажу сажать, чем хабар собирать. А вот час для души. За душу берет. Слушай. Да манал я эту зону. Я в город хочу. Давно я музыки в руки не брал. Привет, брат.
Не, ну ты молодец. Клёво слабал. Слушаю тебя. Хоть бы косорылых каких пошмалять, а то скукота. Привет, брат. Так, балабонь быстрее, что надо? Ёлки, ще у меня бебихи с голодухи в узлы завяжутся. А чё я ещё слышал? Заходит как-то братан в бар на Скадовске и говорит бороде. Типа я слушаю. Слышь, браток, бухла мне плесни, а борода ему бокал пива или рюмку водки. Ёпт, конечно, бокал водки. Ничего, вот пройдет еще чутко времени, куплю себе волыну реальную, конкретную. А там уже только так свою бригаду сколочу. Слушаю тебя. Бугром заделаюсь. Сам командовать буду. Что не задала, ну как всегда. Так, ну чё, типа анекдот. Типа идет что, где, когда. Ведущий такой: а ща вопрос будет задавать реальный пацан Вован. Так, балабонь быстрее, чё надо? Два месяца назад мой дружбан Колян... Это не ко мне, со старшим говори. Месяц назад это не ко мне, со старшим говори. И не отдал. Неделю назад он занял всего полтинник, но тоже не отдал. Короче, бля, вопрос. Кто лежит в черном ящике? А хорошо. Типа привет. Я слушаю. Так, балабонь быстрее, что надо? Ёханый бабай, заманало уже голодным бегать, хавать охота. И никого на горизонте. Вот и ладушки, вот и хорошо. Вот послушайте, мужики,